10 районов Одесской области, 500 участников и 6 видов спорта. В Измаильском районе прошел первый фестиваль «Украинская Бессарабия». Все подробности в сюжете далее. В селе Первомайском стартовал первый фестиваль «Украинская Бессарабия». 10 районов области соревнуются за звание лучшего в 6 традиционных для нашего региона видах спорта. Еще в ноябре-декабре 2017 года мы решили инициировать проведение фестиваля искусства, музыки, спорта, хореографии под общим названием «Украинская Бессарабия». Для того, чтобы объединить всю многонациональную Одещину, всю многонациональную украинскую Бессарабию. Участники в возрасте от 17 до 45 лет борются за первенство в мини-футболе, вольной борьбе, армрестлинге, перетягивании каната и волейболе. Здесь представлены разные национальности, но все себя позиционируют и понимают, что это они являются жителями Украины, это Украина. И мне было очень важно, что вот мои киевские коллеги, народные депутаты, когда приехали сюда, убедились в том, что здесь у нас настоящая, патриотически настроена часть украинского населения, которая живет в Бессарабии. По словам организаторов, в дальнейшем этот фестиваль планируют сделать ежегодным. Ребятам, всем, которые участвуют в соревнованиях, я хочу пожелать побед и успехов в спорте, и чтобы мы гордились их не только в районе области и в стране, а чтобы наш жовто-блакитный флаг был поднят всегда далеко за пределами нашей Родины и звучал наш гимн. Когда спортивные соревнования закончены, участники фестиваля вместе с группой поддержки переезжают на праздничный концерт в Измаил. Сегодня мероприятие проходит в рамках фестиваля «Украинская Бессарабия». Измаил сегодня южная точка стабильности нашего государства. И это знаково для нас. Это подчеркивает ту стабильность, спокойствие города Измаила, благополучие его жителей. Праздник, он всегда праздник. Поэтому жители Измаила умеют и работать, умеют отдыхать. В программу «Украинской Бессарабии» вошли выступления местных музыкальных и танцевальных коллективов, а еще национального академического ансамбля танца имени Павла Вирского. Екатерина Банкова, Александр Тарасенко, Евгений Руденко, 7 канал.